Извини, но я не привык забираться в чужой дом как вор. Мне все равно, как ты забираешься. Главное, ты со мной. Ой, какие мы красивые. Ты что, плакала? Не задавай мне вопросов. Что случилось? Ничего не спрашивай, лучше поцелуй. А ты почему не мог уснуть? Потому что произошло нечто из ряда вон. Я даже не знаю, сон это был или явь. Не пугай меня. Что случилось? Мама вернулась. Но ведь она умерла. Да, мы все думали, что она умерла. Но вот, после стольких лет, она вернулась. И что ты чувствуешь? Не знаю. Я сбит с толку. Я часто представлял ее себе. А когда увидел, не знаю, мне показалось... Что показалось? Что это не моя мама. Спасибо. За что? Не знаю. За то, что я могу тебе все рассказать. Ты единственная, с кем я могу говорить обо всем. Я не сказал ничего плохого. Валерий, ты что? Нет, нет, ничего. Что с тобой? Да ничего. Ты побледнела. В чем дело? Это брат. Брат. Да что такого? Он не должен тебя видеть. Постой, у меня к тебе дело. Да не беги ты, у меня для тебя весточка от отца. Я просто хочу с тобой поговорить. Что ты знаешь об отце? Я только что из тюрьмы. Что хотел отец, говори. Мне тебе надо кое-что рассказать. Не поеду, пусти, пусти. Диего, Диего. 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 Что случилось? Он хотел меня увезти. Это тот самый, который хотел ограбить банк. Ты уверена? Конечно, я уверена. Конечно, уверена. Давай в машину. Быстро за ним. Куда он делся? Не видела? Нет. Тогда вперед. Постой, постой. Мы его потеряем. Постой, мне плохо. Валерия. Валерия. Я не знаю точно, ей стало плохо. Проведи меня в комнату. Здравствуйте. Извините. Тебе лучше? Да, 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 успокойся, мне лучше. Ложись, ложись. Мы его чуть-чуть не поймали. Да ну его. Как он посмел поднять на тебя руку? Ты уверена, что в банке был он? Да, конечно, уверена. Он сидел с отцом. И он еще бунт в тюрьме спровоцировал, помнишь? А каким образом он оказался на свободе? Понятия не имею, но мне страшно. Ты куда? Разобраться. Разобраться в этом деле. Перебенка и знать ничего не знает. Ты
слово, я сама тебе все хотела рассказать. Я хотела, чтобы ты услышал это от меня. Какое это имеет теперь значение? Имеет, ты, конечно, шокирован. Я ненавижу Агустина за это. Ненавижу. Ты поверишь, если я скажу, что мне все равно, как я это узнал? Я тебя люблю. Люблю. Что мы будем делать? Любить друг друга. А если нам не дадут? Вот когда не дадут, тогда и посмотрим. А пока будем вместе. А что еще нам надо? Я люблю тебя, дорогая. Я счастлив? Счастлив, что буду отцом. И ты меня прощаешь? Ты хочешь это услышать? Да. Я тебя прощаю. Я так переживала. Я не знала, как ты отреагируешь. Я боялась. Не зря переживала. Я тебя люблю. Хочу, чтобы все об этом знали. Все. Пошли. Куда? Расскажем всем, пусть все знают, что мы будем вместе теперь. Но. Никаких но. Расскажем всем. Но. Всем. Но.